Человек, я надеюсь, что он подойдет, золотых рук, вообще рук мастер один из. Эти люди, о них, может быть, мало кто знает. Они не афишированы, они не рекламированы, они не пиарят себя, как время нынешнее требует от нас, особенно в послеперестроечные вот эти вот годы, время, да? Мы вообще живем на удивительном стыке вот, эпохи, не просто легко, эпохи, да, вот мы здесь собрались разные, молодые, а старшие немножко, даже вот маленькое поколение, я очень рада, кстати. Так вот, дорогие мои друзья, я взяла себе псевдоним Елена Галлер, 2L. Объясню при презентации книги, почему 2L, если это будет интересно, но это не особо интересно. Интересно то, что сидя там,
Париже, вот в этой в ресторане «Эйфелевой башни», и сказала: а вот у меня будет клуб, и назову его «Галатея». Я хочу сегодня открыть вечер, и я объясняю, почему в этом пироге, я извиняюсь, что не в торте, а в пироге, стоит единичка, если вы заметили. Сегодня клубу год. Казалось бы, не было его открытия, не было потребности, ничего не было. Но у нас так много дел, у нас снята серия таких вот фильмов. Наш видеооператор, вот Константин Васильев, Людмила Мянцева сегодня не подошла на следующий. У нас произошел такой круг притяжения людей творческих, в первую очередь молодых, поэтов, музыкантов, художников. В общем, что такое Галатея? Некий оберег. Я хочу открыть своим последним стихотворением, которого нигде нет, оно будет только в книге, Это я уже дала Жене Жукову обещание клятвенное. Но сегодня у нас был радиоэфир, но это Женя, может быть, потом скажет. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, выбирайте места теплые, которые остались, и стучки, если можете. Проходите. Спасибо вам большое. Вот. И вам станет все понятно, что же такое Галатея. Я буду читать с места, потому что я не помню. Вы мои первые слушатели, я имею в виду те, которых я вижу и чувствую. Не радиоэфир, который был сегодня с Женей у нас в Жукове, а вы первые слушатели, вы, ну, посмотрим, как это все получилось. Это, наверное, единственное стихотворение, которое я решила немножечко, чуть-чуть отпродировать сначала. Как бы объяснять. И не пишется обусловленное, диктующее определение. Наоборот, хочется вырваться из кожи. Да-да, именно из этого образа кожной оболочки и внести мысль мою во храм мой первозданный. И услышать мысль мою во храме моем первозданный. И прочувствовать мысль первозданный. Это храм. И для меня он слишком дорог. И, возможно, это для меня поэзия. И не поэзия. Поэзия. Хранилище источника наших чувств и знаний. Она зависима и свободна. И она неотделима от личности, входящих в ее храм. Она неотделима и от прохожих. Храм времени и пространства. Храм реальности бытия и отсутствия. Ну и сейчас, в общем-то, то, что я вам обещала прочитать. Входящие во храм, снимите кожу и все, что прилепилось к вашим мыслям. Оставьте пред порогом сей предел на чувственную память, благодарным непокорством исцеления, отпуская каждый нерв напиться жизнью. Да продлятся дни корней, рисуя листья ветвь надежд мечтой обширной кроны. Продлятся дни, задрыжет свет, задрыжет мрак, и снег, упавший, испаряясь, вернется влагой жажде воспаленной в раскаленную жару. Так хочется дождя, и миражами не живешь, но дышишь, смиренно, каплю, ожидая с неба, тише, выше, спит одна душа. Она согреется, ей тепло, ей снится сон, она не хочет просыпаться. Ее тепло так беспощадно жжет песок у моих ног, у ног. Моих. Из храма выходящий, оглянись, проникновением образа входящий в храм снимает собственную маску, быть может, кожу, быть может, строй, и бросает рядом, может быть,
напиток от твоей, отдай ему поклон из храма выходящий. Браво! Спасибо вам большое, что вы меня слушали. Спасибо вам большое. Ну, наверное, уже немножечко понятно, что такое Галатея. Если потом, если вы мне позволите, я могу прочитать еще одно. Потому что есть такое определение галу или галопа. Ну, вообще, ну, по-русски галу считается, она присутствует буквой «Л», на минуточку, да? Но, опять-таки, всякие физические явления, там, действия, там, я не знаю, ну, просто жизнь, каждый творческий человек воспринимает по-своему, да? И вот для меня второе название «Гала» называется «Звуком струны в голосе», стихотворение, которое для меня, в общем-то, одно из решающих. Помнишь, я как-то я говорила тебе об этом? Смысловое очень для меня было стихотворение. Так вот для меня вот этот нимб такой над городом, почему Галатея СПБ, вот есть у нас город, и я хочу сохранить некий поэтический образ, некую атмосферу именно поэзии. И поэзии в существовании любви, потому что мы настолько разные авторы, мы так интересно по-разному пишем, мы и рок, и поп, и шансон, мы и эти сетевые, и тем не менее, через этот дуршлаг у нас остается одно, мы все остаемся людьми. Я хочу, чтобы вот здесь со мной всегда приходили новые люди, естественно, тот костяк, который вот есть уже у нас. Я хочу, чтобы они приходили с добром. И все-таки главенствующая здесь поэзия, образ нашей мысли. Я сегодня вот как-то на передаче привела такой пример, вот чуть-чуть не договорила, говорю, женщина, или вот непонимой человек, да, слепой человек, у него есть мысли, у него тоже есть свой язык, поэзия, есть. Поэзия дает музыке, художеству, это чувство. Мы все говорим, мы излагаем. Но для меня еще очень важно русская речь. Поэзия русской речи. Ну, наверное, все, что я хотела сказать. Что еще можно сказать? Мы будем встречаться, мы будем общаться, мы будем обсуждать проблемы, а у нас их очень много на самом деле. И я знаю, что сейчас мода такая пошла среди юных поэтов, стихопишущих людей, которые взяли почему-то за моду говорить, что «Ой, меня называют Бахвас, это отец, вот, конечно, понятно, что «Ой, когда мне называют поэт, я прячусь, то есть это позор». Это... Знаете, что я хочу сказать? Я горжусь, что я поэт. И я хочу, чтобы мой клуб «Галатея» нес именно поэзию и гордость. У нас очень много людей сейчас пишут, даже дети пишут. Это значит, что нам нужно что-то сказать. И вот эта энергетика, она исходит, она неспроста исходит. Это мы сами пишем, творим свою жизнь. Пишешь, я лично пишу только о жизни. Я ничего не придумываю, ничего абсолютно. И о боли, и о радости. Здесь сидят люди, очень мне дорогие, близкие. Я сейчас вас начну потихонечку представлять, на минуточку. Значит, один из первых старых вот друзей моих, Евгений Жуков, который, в общем-то, меня, где-то так скажем, женщина, спасибо тебе, что ты пришел. Подожди, я знаю, ты сейчас там будешь не говорить, что хорошо. Евгений Жуков, значит, это человек издательства «Анечка в мозг». Я познакомилась с тем, что он делает, я познакомилась с ним лично. В общем, такого тонкого интеллектуала встретить. Знаете, это за честь, я вам честно скажу. И более того, его все затеи, он сам это будет, как он скажет, у него собран, я уже однажды назвала, что он собирает наш питерский дочь по крупицам, по алмазам. Издатель издания его книг учится брать, хочется читать. Когда ты приходишь на передачу, тебе посчастливится друг Жука пригласить тебя на передачу, ты побываешь там хоть раз на передаче, ты поймешь, насколько тебе повезло и где ты побывал. Ты питаешься просто энергией. Необъяснимой энергией.
Вот. Евгений Жуков. Дальше. А теперь мы Валентина Осипова, поэт. Пожалуйста, прекрасный. Я сейчас не буду никого объяснять, я просто вас знакомлю, ребята. Так. Значит, Владислав Чилийский, во-первых. Наш Владислав Чилийский, он известный. Дает пока сам, да. Алексей Ванин. Алексей Ванин. Знаменует, что это группа «Акунхалава». Замечательная группа, я ее слышала. Дальше. Мария Михова. Мария Михова. Такой парень, прекрасный человек. Ну, если видишь, супер. Так, это у нас новый гость, мне очень приятно. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Елена. Художник будущий, кстати. Но начинающий. Да. Поэтому первый раз сюда пришла. Спасибо. Замечательно. Елена, замечательно. Дальше. Просто говорите, кто вы. Я Вячеслав. Да. Просто человек пришел и просмотреть. Пришли посмотреть, что здесь у нас происходит. Это круто. Слушайте, а вы как узнали, что у нас здесь что-то происходит? А почему? А вам мажет. О, как замечательно. А вот у нас еще один гость. Я сейчас к вам, ребята, подойду. Где наш гость? Вот этот гость сегодня был на радиопередаче. Я, честно говоря, чуть не расслабилась, когда услышала. Там был комментарий один. Да. Представьтесь, пожалуйста. Это вот Валентина. Валентина слушателя, да? Слушатель радио Марии. Радио Марии, да. И более того, и не короче поэтические, достаточно счастья, поэтические поцелуи, там тоже о поэзии. Так, вы гость. Да, я гость, меня зовут Катерина, я психолог-психотерапевт из Киева. Очень приятно, очень приятно, очень приятно. Так, у нас кто остался? Екатерина Бадамшина, поэт и любитель поэзии. Ой, что-то я помню, по-моему, в интернете мы встречались. Да. Да, фамилия, да. Так, мы не в моем, мы... Ванечка Гречин. Иван Гречин, Иван Гречин. Так, а сейчас я представлю человека. Я его очень люблю, ну, как всех присутствующих. Естественно, так. Алик Рух. Это фотограф, который... Али, можете попросить стать? Ты все фотографируешь всегда. Он фотографирует так, что... Ну, впрочем, вы, кажется, знаете. Так, следующий мой любимый. Роман Бурин, мастер. Мастер, да, это... Его жена Светлана, я просто мало ли там что. Так, подходим к самому интересному. Антон Андреев. Антон Андреев. Кирилл. Андреев. Берите автограф, а то через 70 лет уже все, никаких денег. Оказались в экскурсии на Черном море, там я увидела первые разборы. Вот, и решила, что я, в общем-то, ближайший будущий путешественник. И поэтому, слушая ваш вот этот стих, я слушала его с особым вниманием, потому что если ты идешь в горы, то, наверное, в горы нужно идти именно так, как вы описали. То есть, вот, поэтому спасибо вам. Олечка, спасибо вам. Просто спасибо, просто. Так, это значит, вы поняли, да? Это славные просто малыши. Вот, а вот это вот папа Иван Андреев, он бас-гитарист, и вообще это только по творчеству. Вообще он не только бас-гитарист. Вот. Иван Андреев, чтобы вы знали. Иван Андреев. Ванечка, ты передумаешь? Ребята, вот еще где-то микрофончик должен быть. Вот стул. Если что, вставайте. Александр Федоров, он художник. Я в студию. Замечательно. Спасибо вам. Так, а вот еще. Павел Алексеев, музыкант, Игорь, спасибо. Моя жена Зоя. Да, да. Так, дальше. Ой, спасибо большое. Давайте сейчас сразу вот так, раз, если так. Да, давайте. О, так, а это Сережа Напалков пришел. Замечательный человечек. Я его очень люблю, кстати. Здравствуй, Сережа. Ты человек хороший. И поэт, кстати, Сергей Напалков. Спасибо. Добыл слишком для жизни, на моих глазах. А вот это запоздавшая личность, вот, он является тоже, кстати, гостяком, я вам сейчас представлю, вот, запоздавшая личность, гостяком клуба «Галатея». Нет, Роман, ты вот его не отвлекай. Это Али Ру, между прочим. Это один из первых моих вот друзей в творчестве. Итак, дальше. Ребят, проходите.
Роман, ты подойдешь, потому что мне не... Я поэт, зовусь Отцветик, да. От меня вам все стремится. Бойтесь его. Это наш прокурор Иван Заманилов. Он не прокурор, но в груди нашей его отведено это место. Это все интересно, не пугайтесь. Так, дальше. Сергей Игнатьев. Иногда пишу стихи. Ага, Сергей Игнатьев, тоже мы встречались на каких-то тусовках. Какую еще не представила? Вас не представила. Представьтесь, пожалуйста. Очень красиво. Владимир Шевченко. Меня пригласил Павел, за что спасибо. Павел, вам действительно большое спасибо. Огромное спасибо. Кто у нас еще? Татьяна, на минутку. Татьяна. Все. Администратор клуба «Выхолов». Поздравляю вас, Елена. Очень рада. Очень рада присутствовать здесь. Спасибо. Всего вам. Я даже сама еще не знаю, кто если вот так вот честно. Так, а теперь мы переходим дальше. Значит, сейчас я вот так вот протиснусь. Я тоже была на море и поправилась вот это. Вот кто-то худеет, а я поправляюсь. Говорят, это классно. Короче, у меня зарылось там все. Извините, пожалуйста. Спасибо тебе. Осторожненько. Так, а сейчас у нас момент следующий. Я подойду к столику, знаете, почему к этому поближе? Потому что у меня была просьба. Леша, ты меня прости, тебе немножечко надо подождать еще, чуть-чуть. Так, во-первых, сначала мы представим вас. Елена Шаракова. Замечательная женщина, мой друг. Замечательная женщина, друг, сподвижник своего мужа Евгения Жукова. Ну, а остальное, если хочешь, сама скажи. И сам Евгений Жуков. И, кажется, всех, кроме одного, нет. Не забыли. Я вам хочу представить еще. Это моя дочь, Алиночка. Дорогие мои, ее зовут Аполло Линария. А мой псевдоним – Галкот. А это моя дочь Аполлинария. Я потом прочитаю, сейчас не буду читать, но я хочу, она меня попросила, она спросила, мам, а я буду тебя поздравлять? Я говорю, да, конечно. И мой ребенок вчера зарылся, не вчера, он сидел долго-долго там, в комнатах, но она сказала, я тебе не скажу, можно? Я сказала, да, можно. А микрофон можно? Да, можно. Давайте предоставим, а? Мне самой очень интересно. Я говорю вам честно. Алиночка, я тебе первой девочка предоставляю. Пожалуйста, начинай вечер. Давай, Полина, нарисуй. Это стихотворение называется «Мамочка». Стихи? Ага. Мы с мамой прошли в этой жизни так много, дорогой, тяжелой дорогой. Она целовала меня много-много, на ушки шептала мне нежное слово. И в детстве, когда мне и не было года, она обнимала меня, как снежинку от Нового года. Спасибо, мамуля, за все, и мое, и твое это слово. Мы вместе семья, с днем рождения тебя. Ура! Второе стихотворение называется «Мама». Ее рука качала колыбель, потом ее рука вела меня до школы. И я судьбой вставала на дверь, но с мамой не страшны судьбы уколы. Да, мы с мамой ладим между собой, да и немного спорим друг за друга. Но в мире нету лучше мамы друга. Все,
так вот. Вы извините меня, но мне понравилось. Я даже... Итак, дорогие мои, продолжаем. Значит, я что хочу сказать. Здесь был, ну, фуршетик у нас такой легкий. Вот уже что, осталось просто как там еще пал есть, может быть, просто там закупать можно. Сейчас минутку. Где-то через часа два у нас будет, через там перерывчик когда, да? Будет горячий, будет плов. Нам кафе вот сделало шикарный плов. Вот, будет горячий. И будет пирог. А между этим мы все, мы будем общаться. А сейчас, у нас будет музыкальная тема вечера. Я отдаюсь полностью в распоряжение Владислава и Алексея. И умолкаю. Елена, еще раз доброе время. Спасибо огромное. И ввиду того, что все-таки тема сегодняшнего вечера – это день рождения, песня называется «День рождения». Так я встречаю новый день, свой новый день рождения. Happy birthday! Happy birthday! И пляшут тени на стене, безумный танец мертвецов. Звучит мелодия во мне, хоть нет ни музыки, ни слов. И каждый шаг рождает боль, и каждый взгляд сомнения. Так наступил день новый мой, мой новый день рождения. Happy birthday! Happy birthday! Который час, который день, который год. И люди месят в лужах грязь, кино волшебник не везет. Гармонь давно сдана в ломбард, а вместо эскимо портвейн. Так я встречаю жизнь подряд, свой самый светлый праздник день. Рождение день. Рождение. Воспоминания о Париже. Мы сыграем танго. Смысла уходить не вижу, тенью на стене.
тебя. Там, где что звучит во мне, ненавижу, ненавижу. На глазах все попытки стать чуть ближе канули в меня. Там, где что звучит во мне, ненавижу, ненавижу. Сейчас я вас немножечко познакомила, да. Мы обычно делаем как? У нас такой принцип эстафеты, да? Поскольку я сегодня все-таки именинница, я имею право сегодня сидеть в уголочке и послушать, вообще принимать все подарки, правильно? Поэтому здесь три микрофона. Один у меня, я его как бы там случайно выдавать. А вот вторые поищите, ребята, пожалуйста, приз. Сейчас я хочу достать. Мальчики, тебе? Валечка. Валя хочет, да, Валя хочет. А потом я хочу представить слово Жукову. Жене, Евгению Жукову. Вы готовы, Жень? Валя, давай. И как солнечный зайчик, вот по трибуну ты пленяешь как власть, власть услышит, что ты можешь, напоенный стихом, умудренным как лотос, и припудренным ком.
всем волшебную сказку. Милым концом. Елены прекрасные. Музы им. С днем рождения, паприки и любой любовь, как мы в обычной стране. Да здравствует золотые! Спасибо, 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 Анечка. Вот это поэт, который сильно выступал, я тоже очень люблю читать, такие вот, прошу наращивать. А вот сейчас Евгений Жуков. Да, и так мы еще не должен писать, короче, не слоги, рисунки, за таким человеком. Поэтому я стихи читать не буду, Леночка. Я просто тебя поздравляю с днем рождения. Я знаю, почему в твоем псевдониме 2L. Может быть, ты сама не догадываешься, но я бы прям сюда не ставил 3L. По большому счету, потому что как у Высоцкого написано, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свою простую душу. Когда Лена Галла читает свои стихи, все окружающие чувствуют себя забрызганными кровью ее души на самом деле. В хорошем смысле, а не в плохом. А почему 3L? Потому что в ее творчестве преобладает любовь. Любовь, 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 может быть, достойно псевдонимом 4 и 5 его поставить, и слава Богу, что это есть. Лена, с днем рождения тебя еще раз. А по поводу Галатеи, конечно, я понимаю, идея пришла в Париж, да? Ну, созрела или родилась? Она там созрела, она родилась. А у нас, как в старом анекдоте, в Ленинграде, как в Париже, только асфальт пожиже и дома пониже, да? Так вот, я желаю клубу Галатеи, чтобы он был намного выше Эйфелевой башни по своему уровню. О, Женя! По книгу своей давай. Популярности. Спасибо. Давай книгу. Я держу книгу. Я только что читала из новой книги. Саша, ты опоздал. А книга должна быть долгожданной. Она не должна быть несвоевременной. Иначе ее не будут ждать. Если ее ждут, у нее светлое будущее. Поэтому все свое время и каждому свое время. Спасибо, что ты на всех собрала. Спасибо вам. Спасибо, Женечка, тебе. Где у нас Владислав Чилинский? А где у нас Павел? Друзья мои, сейчас у нас будет нечто очень интересное. И для меня это, кстати, секрет. Сюрприз. Вот. А, вот я вот сюда буду. Давайте я на стол буду. Я положу микрофон на стол, и желающие будут подходить тогда, ну, да? Оттуда брать, чтобы мне не ходить. Да, а то я мешаю. Я чувствую. Все. А почему еще никто не сказал вот так громко всем залом? С днем рождения! 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 Лена, я осмелился вот на твой вечер сегодня пригласить одного человека. Его зовут Павел Алексеев. Это хозяин одной из первых гитарных мастерских в нашем городе. Человек работает в архисложном направлении. Он пишет собственную музыку на классической гитаре. И сейчас я предоставлю ему место, он просто вам поиграет. И вы поймете, что это такое. Я сыграю несколько своих композиций, это инструментальная гитарная музыка.
немножко такая навевающая, может быть, какие-то сцены. Композиция про время. Да, я ее назвал «Куда идут часы». Да, то есть такая некая зарисовка по времени, по восприятию времени. Тоже.
Но вот это тот момент, в общем-то, ради чего я и пытаюсь, чтобы был наш круг. Потому что вы сейчас то, что видели, вот это замечательное, это все экспромт. Один замечательный поэт уловил тему музыканта, и получилось, по-моему, просто нечто замечательное. Правда? Мурашки, спасибо вам, да, мурашки действительно были. У меня есть такое предложение. Просто вы когда заговорили в начале вечера о Париже, Маша, у меня есть просто одна композиция, которая, в общем, как мне кажется, как я воспринимаю Париж. Если хотите, Павел, все, что хотите, будет. Вот вы что хотите. И я тем более, это конечно. Давайте попробуем. Я хочу. Только у меня о Париже-то ничего нет. Вот в чем дело. У меня больше о городе, о моем, о Петербурге. Вот а у кого-то, может быть, есть о Париже? Вот я сейчас не вижу Романа там, говорю, вот у тебя же есть о Париже. Роман, иди о Париже. О Париже есть что под музыку из Спром? Попробуешь? Нет. Тебя рассказать. Нет, это как он. Говорить про Париж. Когда я хочу говорить о тебе. Я говорю про Париж. Тема Парижа музыкальная, она сама по себе. Говори, что давай. Музыка, она фоновая. О Париже. Дочка, и войду в тот туннель дважды.
мое детство забрать, оставленное, и беспомощность тобою рассыпать. По-моему, у нас получилось что-то, дорогие мои.